моя большая интернет-семья, сегодня будет мой выпуск совсем без жестикуляций. Мое омоложение и регенерация идет такими быстрыми темпами, что меня уже начали пеленать, как вы видите. То есть я потихонечку впадаю в детство. Надеюсь, до памперсов дело не дойдет. Закончится все только очень хорошо, просто омоложением и красотой. Мне многие пишут, что у меня изменилась мимика, потому что до этого, когда смотрели мои видео, мне писали, что я сделала себе искусственные губы, и это повредило мне лицо, и поэтому я косо разговариваю. Вот. Сейчас, видите, губы остались, но вроде разговариваю ровно. Это мне пишут в комментариях. Но мне стало говорить легче. Я иногда на вечер, знаете, просто же не закрывается, как у любой женщины. Я иногда заговаривалась на вечер. Сейчас этого у меня вообще нет. Так что вы мне напишите, как у меня с лицом. Лучше, хуже, мне вот будет интересно, как вам со стороны кажется и видно. Хочу вам рассказать немножко о своих изменениях. Чувствую я себя лучше, бодрее. Я уже стала ходить в бассейн и в тренажерный зал. Первый день, когда попала в бассейн, вы не представляете, как я сильно расстроилась. Дело в том, что до этого меня приглашали заниматься с паралимпийцами. Это было еще при Украине, 6 лет назад. И я с украинской паралимпийской сборной по плаванию занималась в Евпатории, в центре. Вот, и у меня был тренер, все, и нормально я плавала, ну, хорошо справлялась. Значит, здесь пришла в бассейн, думаю, ну, сейчас минут 40, часик так проплыву, 15 минут, и все, я такой дохляк, я плыть не могу, у меня судороги, ну, полчаса через такую силу, что потом я еле вылезла с бассейна. Расстроилась, если честно, думаю, пойду на тренажеры, а я так, оказывается, устала, что на тренажерах у меня ноги подкашиваются, и я бегать не могу. На следующий день я иду в бассейн, и что вы думаете, 50 минут я уже плаваю. То есть организм настолько быстро все вспоминает, но первый день было тяжело. То есть хочу вам сказать, что не так это все, конечно, легко дается, знаете, так по щелчку, так мне хочется руками помахать, пожестикулировать не получается. Вот, так что вот такие улучшения. Еще у меня стал шевелиться живот. То есть раньше многие думали, что у меня живот, потому что я толстенькая, на самом деле нет, просто я так выгибалась некрасиво, и у меня так вот живот был виден. А сейчас мне, когда делают процедуры, и по мне там стукает Саша, вот, палочками, вот, то раньше я не могла напрячь живот, чтобы мне не было так больно, а сейчас вот у меня живот немножко шевелится, то есть видно, мой пресс там просыпается, чему я очень-очень рада. Еще после бассейна задержалась я там, и вот вчера нужно было ехать, и до самого дома не было, потому что уже было 11 часов, 11 час, и не было автобуса, который бы шел прямо сюда на остановочку. Я доехала до торгового центра Варшавский, одну остановочку шла пешком, было минус 5, то есть дорога подмерзла, было скользко. То есть если до этого, когда я приехала сюда, да, и я в магазин ходила, я сразу падала на гололеде, я ходить вообще не могла. То вчера я спокойненько после тренировки, после бассейна прошлась в удовольствие, перед сном подышала московским морозным воздухом и даже ни разу не подскользнулась. То есть улучшения такие, что я реально могу идти. А до этого тоже ко мне приехали друзья и забрали меня в парк погулять. Вот, и я 2 часа, даже больше, парк, причем он такой неровный, да, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, и я отгуляла настолько легко, настолько в удовольствие, если раньше я проходила, ну, 300-500 метров, и у меня сильно начинало между лопатками просто жжение такое чувствоваться, то этот раз я гуляла, и даже у меня какой-то усталости не появилось, чего уже многие годы у меня не было, потому что дома, да, у нас там магазин есть в селе, я туда уже пешком не хожу, а до остановки 900 метров общественного транспорта, для меня это уже расстояния были, которые я ходить не могла, а здесь по морозному снежному лесу я гуляла с огромным удовольствием, поэтому изменения такие, которые меня очень-очень сильно радуют.
Вот. Потом там зарядку, но это как меня размотают. В следующем выпуске я вам покажу, что я там уже могу руки выше поднимать и так более бодрее делать зарядочку, когда утром просыпаюсь. Тоже мне это очень приятно и радостно. А что хотелось бы сказать в конце? Дорогие наши мужчины, наши защитники, было 23 февраля, я тут забегалась, заторкалась и не поздравила вас с праздником. Дорогие наши мальчики, папы, братья, мужья, я хочу вас всех поздравить, сказать спасибо большое, что вы есть в нашей жизни, потому что вот даже мое лечение сейчас, да, Александр, это мужчина, который откликнулся, который пригласил меня бесплатно на это лечение, я ему очень благодарна. Саша, который мне отпускает процедуры, тоже очень-очень благодарна. Тем, кто меня поддерживает, помогает, кто обо мне заботится. В моей жизни сейчас нету, да, ни папы, ни брата, ни мужа, но находятся достойные, ответственные мужчины, которые готовы обо мне позаботиться и поддержать в трудный момент. Я очень за это благодарна Богу, за то, что Господь создал вас такими добрыми, щедрыми и сильными. С праздником, хоть и с прошедшим, но от всего сердца. Люблю вас, обнимаю. Всего вам доброго. Здравствуйте. Ну вот, мы тут с Яной решили промежуточный такой этап заснять. Она очень хорошо выглядит сейчас. Вы можете оценить, как она ее самочувствие улыбается. Это уже хорошо, правильно? Вот. Реально произошли большие изменения. Сегодня уже вот 27 дней, можно сказать. И результаты, я считаю, превосходные. Люди даже не ожидают таких результатов, которые приезжают к нам. Но для меня это не новость, а для Яны это, конечно, даже невозможно передать ее чувства, потому что это надежда на новую жизнь, и она не ожидала даже того, что происходит сейчас. Если вы заметите, потом мы снимем, как она уже ходит, как она уже двигается, как она там плавает, все это заснимем. Это невозможно все равно оценить и показать, потому что раньше она этого просто не делала. Она раньше вот не могла плавать, а сейчас уже плавает, правильно? Как показать то, чего не было, и то, что появилось? Мы можем показать только то, что есть. А на самом деле это огромное для нее счастье. И как я заметил, что есть люди, которые радуются этому моменту, когда другому хорошо и все получается, а некоторые радуются наоборот, хотят, чтобы это все было только плохо и морально убивают людей. Поэтому те, кто смотрит этот фильмик, я считаю, что нужно поддержать Яну еще и морально, и духовно, чтобы она восприняла это все с тем, что она делает не только для себя, а и для многих других. Мы сейчас показываем возможности человека. Это даже не мои, то, что это разработка, это просто возможность человека. Вот она не даст обмануть. Все, что она смогла сделать, даже пойти лучше, двигаться, плавать, во всех клиниках в мире этого хотят добиться физическими упражнениями. А у нее это происходит само собой. То есть она получила эти вот способности уже на сегодняшний день без физической посторонней помощи. Как я выражаюсь, вот многие массажисты, реабилитологи, там, когда хотят разработать кому-то какие-то мышцы, какие-то суставы, вот они в большей мере разрабатывают себе суставы. То есть они физически занимаются, а для того, чтобы восстановить функции, надо, чтобы организм сам это сделал. Вот у нее так и происходит. У нее возвращаются функции сами по себе. Она раз посмотрела, пальчики зашевелились. Она раз посмотрела, у нее стопа зашевелилась. А мы же ничего не делали. Это организм сделал. Он сам это восстанавливает. Вы поймите, это интересная ситуация, когда вообще ничего не делаешь, а это происходит. Согласна? Да. Поэтому
То, что мы делаем, это самовосстановление организма. То есть мы даем ключ, а организм сам уже работает и делает за нас, за тех, кто хочет. Вот многие люди хотят вмешаться в функции организма, а мы наоборот, мы восстанавливаем эти функции, чтобы организм сам исправил. Вы не представляете, какие возможности у самого организма. Вы просто не представляете. Он может сделать все. В своей практике у меня было так, что я даже кости выращивал. Мне тут один даже звонил, там, отрезал ему палец, спрашивал, можно или нет. Я говорю, теоретически все можно, но правда вот так и не поехал. Вот. Поэтому у меня на ноге вырастили кость. Поэтому я не вижу никаких преград для того, чтобы лечить абсолютно любые заболевания, но это не я делаю. Это лечит сам человек себя. А мне не будет ничего отрезать для наглядности и выращивать, я надеюсь. Так далеко не пойдем. Люди, которые тебя смотрели, они с такой завистью смотрели на твои груди. Многие писали там в комментариях. Я думаю, что мы их трогать не будем. Пускай они не радуются. А так, все остальное, тут ты же сама видишь, зачем что-то вырезать, что-то доказывать, если оно само собой идет. И, ну, слава Богу, что тут не нужно много доказывать, себе многие знали. Если бы человек приехал, и его никто не знает, никто не видел, где-то с какого-то аула там, или с гор спустился, а вот тебя многие знали, видели, в каком ты состоянии, и в каком ты сейчас, это же небо и земля. Вот как ты все-таки оцениваешь, насколько в общем, не то, что там одна функция улучшилась, вторая там улучшилась, одна на год, вторая на 5, вторая там где-то что-то, 10 лет ты уже, 15 даже говорила. В общей сложности, вот насколько ты себя чувствуешь лет, вот, помолодевшей, можно сказать? Ну, я думаю, лет 7 точно, потому что, даже, наверное, больше, потому что самый главный показатель, что дома я когда просыпалась, вот я утром встала, я уставшая. То есть у меня нет состояния отдохнувшего, у меня нет энергии, то есть, чтобы что-то делать, да, я все через силу делаю. То есть сейчас я встаю с утра, и у меня есть силы, у меня есть бодрость, то есть этого не было 7-10 лет. И ты еще и ложилась уже уставшая. Ну, ложилась, я доползала до кровати. А сейчас? А сейчас я вечером тяжело засыпаю, потому что энергии. Потому что энергии хватает. Видишь, вот когда я говорил, что вот где-то машина времени, где-то эликсир молодости, это методика, это не... Люди не понимают, это не лечение твоего заболевания. Это вот любого положи, в любом состоянии будет такой же результат. Поэтому люди немножко недопонимают, когда мы показываем вот, пример с Яной, это не лечение этого заболевания. Я не занимаюсь ее болезнью вообще. Я не даю ничего от ее заболевания. Вообще ничего. У меня стандартная практика на, фактически на все болезни. Вот это уникальная вещь. И это не то, что мы занимаемся ее конкретным заболеванием, это восстановление функций организма, а организм сам уже начинает бороться. Вот некоторые посмотрели там первый ролик, что за 10 дней мы добились, там, остановили и улучшили состояние. Сейчас вот пишут мне, можем ли мы приехать на 10 дней. Я скажу, что вот это состояние, его нужно даже зафиксировать. Если ты уже говоришь, за 27 дней мы сделали на 7 лет, как минимум можно сказать. Это научное открытие. Это такого нет нигде. И я думаю, что в ближайшее время никто ничего не сделает, потому что все стараются ничего не делать, таблетку дать и быть здоровым. А на человека надо работать целый день, каждый день в течение длительного времени, чтобы восстановить его функции, чтобы организм заработал. Надо очистить его. Вот она уже сделала в общей сложности 3 очистки ты сделала, правильно? 2 здесь и 1 дома, да? 3 очистки печени она сделала. Первую она там, ей было очень тяжело, потому что в тяжелом состоянии вообще была на тот момент, и это делала дома. У нас она произошла уже первая, немножко легче. А третья уже не легко. Я так не опухла, да. Уже совсем не опухла.
Вот. Поэтому, если смотреть на результаты, которые происходят вот в течение даже такого короткого времени, это, ну, фантастические результаты. И даже один день, как у меня многие пациенты говорят, что один день наших процедур дают дополнительно один год жизни, это много стоит. Поэтому, ну, будем, конечно, добиваться с Яной тех результатов, которые мы ждем, и думаю, что она будет спокойно еще бегать, скакать, и ждем предложений от мужского пола. У нас невеста на выданье, поэтому смотрите. Такую замечательную девушку, я считаю, что нужно за нее бороться. Всего хорошего, до свидания.